цехе 22. После ремонта вернулся к работе дробимет немецкой фирмы «Велобратор». Он появился в кузнечном комплексе в 2011 году и был ориентирован на обработку колец разных размеров, но мог обрабатывать и штамповки. Первым, кто проверил работоспособность агрегата после восстановления, стал механик участка. По окончанию любых сложных ремонтов я должен протестировать оборудование, которое в последующем передам согласно акта передачи из капремонта, допустим, производственному персоналу. За прошедшие годы на дробимете не раз проводили текущие ремонты, а вот на капитальный ремонт агрегат вывели впервые, выделив на это целый месяц. За 30 дней ремонтный персонал решил множество задач. Особенно важно было сменить продольные шнеки. Эту операцию мы делали в первый раз за то время, пока был установлен дробомет. Ну и мы с ней справились совместно с цехом 50. Они служат для сбора дроби отработанной и транспортировки ее наверх в бункер. 280 килограммов стальной дроби выпускает каждая из четырех турбин дробимета в минуту. Стальной град сбивает с поверхности изделий окалину и загрязнения, подготавливая их для дальнейшей обработки. В течение месяца, пока дробимет был в ремонте, изделия 22-го приходилось отправлять на обработку в другие цехи. Пройдя все тесты, дробимет вновь приступил к выполнению производственного задания.